Грудак. Кожа, ловкость, выносливость, критхаст. А давай мне на дис. На вторых спеке ролим. Кому нужно? Котики. Котикам нужно? Кто-нибудь котика собирает? Давайте будем ролить на распыление. На второй спек сначала. Миски спису не нужен, у него с этого 213-200 лучше с дырками по стату. Холи паладины. Если собираете на второй спек холи паладин, ролите. Пять секунд жду. Никитос, забирай. А, Никитоса не было на этом. Ролим тринкет, меткость, прок на СПД. Неужели на тринкеты хороший ролл? Еще кто-то будет ролить? 4 секунды ждут. 3, 2, 1. Just do it, забирай. Дальше ролим. Голова кольчужная. Хаст МП5 на хилов. Хил спек шамана второй есть у кого-нибудь? Рольте на второй спек. Трак-дилеры, вы не будете собирать рестора? Пять секунд жду, забираю на дис. Да, его отдай. Ноги ролим танковские. Первый и второй ролл выигрывает. Ну, в спек можно, да, или нет? Нет. На основной. Удаление резавра. Вон, охотник шаман, плечо 213. У кого завода еще нет, можете пролить. Он не за 200, он за косарь, да. Ножны, латы, разбойник, ДК, маг, друид. Брутал бро, возьми. Все, ребят, развал окончен.
Идем дальше бить боссов. Я захожу на приста. Я пока заходишь минутку аф. Еще раз кто-то гильдейский зайдет с PvP шмотом. Будет очень плохо. Касается всех. 2 минуты переход. Курим 2 минуты, ребят. Давай на косарь. Кто там на косаре? Ник, я по голосу еще не помню. Антихрист. Давай, роль. Давай, поехали. Ну я как всегда, косарик на базику, и я пошел отсюда. Без анролов. Ты, я знаю, что без анролов. Там кто-то спрашивает просто. Еще на сотку рову. Давай на 300. Сейчас, секунду. Давайте по 300 сюда. Раз. Антихрист. Да-да, я вот. Вот он. Прыгаю, Андерик. Ну еще раз на сотку, последнюю сотку потеряю и все. Благодарю. Так, все, больше мне не будет вести. Все. Я отстаю от вас. Не-не, чувак, я знаю свое везение, у меня больше 2 раз не везет. Причем сейчас что-то выпадет, я проебу ролл по шмоту. 2 минуты прошли, Арчан рыбу поставил. Не, ну мне нормально, плюс 1600. Живса надо кому? Поставим живса, пусть почитается. Подожди потом. У нас мисс Киспис, Арар, Норка. Арар, мисс Киспис, что он говорит?
Надеюсь, мы скоро завалим эту хуйню, скоро уходить нам нужно. Как тут фрибосс остались? Может, поезд нормально быстро пронесем. Но если никто не будет уходить, то это минут 15 займет. А сейчас что, кого-то нету? Чё? Да. Так, Бистварт, ты здесь? Все, все здесь, отлично. Так, короче, смотрите, для РДД здесь тактика такая. Между новыми метками. Рассоситесь все очень далеко. Вот. Короче, РДД рассосались между двумя метками все. Они сейчас на были. Между двумя метками сходите, рейндж 10 плюс-минус наберите. Здесь мелики бьют в левую заднюю ногу. Вот. В чем профил? Босс будет кидать АОЕ, как у Фросмарага. Вот такой вот АОЕшку будет кидать, и она будет за вами идти. От вас главное ее вынести, то есть она будет вас преследовать. Вам нужно вынести из рейда и зацепить как можно меньше людей. Желательно никого не зацепить. И ее кайтить. То есть, вот, она разлилась подо мной, да? Сейчас я звездочку поставлю. Подо мной она разлилась, да, вот. Я бегу от нее куда-нибудь, далеко, к стеночке, чтобы... вот, она вот так идет, да. Чтобы никого не зацепить, и чтобы она не била меня. Все, то есть, таких метки будет у нас... у нас несколько этих меток будет. На вас ничего накидываться не будет, никакой метки. Вы должны сами понять то, что она на вас. Если вот прямо вы в центре этой лужи, вы должны бежать. Также с меликами то же самое. Кто попрофитней и очень сильно верит в себя, может встать под хвост босса, он вас откинет, но тогда будет меньше возможности вас прохилить. Дальше будет фаза, когда босс взлетит, он раскинет три глыбы. То есть он таргетно в человека кинет каст, и человек превратится в глыбу. Остальным всем нужно будет встать за эти глыбы и подождать, пока в центр круга придет шар. Когда этот шар упадет, он нанесет урон всем, кто находится не за глыбами, и шотнет. Там 300 тысяч, по-моему, урона. Вот. Также, когда босс взлетит, всем нужно будет рассосаться за зеленым кругом. То есть вы не должны стоять где-то у входа, вы должны стоять поближе к зеленому кругу, но также набрать рейндж 10, чтобы не закинуло в глыбу там нескольких людей. Вот. Потом босс спустится, и вы также встаете, рассасываетесь, выносите дождь и бьете босса. Больше здесь ничего нет. Танк знает, что делать. Верченное понимание, набав на пуст. Народ, маленькая поправочка. То, что я очень часто это вижу, сам от этого подыхал. Пока три глыбы не встанут, пожалуйста, не бегите за них. Вы убиваете людей, если на вас глыба будет. Вот да, кстати. То есть вы раньше встали, ждете три глыбы. Как только третья появилась, все, встаете за них. Кулак ребафните по палам и раздайте баф, пожалуйста. Все, давайте окончательный РЧ и пуля. Единственное, сейчас. Что скажите, вот сейчас справа стоят, там есть хилы, я не вижу просто. А хилы бегать будут. Все хорошо. Да не факт, что бегать будем. Все, давай пулим, на пули разберемся. Главное, чтобы все были за хилы. Кто стал, стоит. Все хорошо, на пул потом скинулись. Под лужу минус. Хорошо, и не убегайте слишком далеко. Читу по всему рейду. Да, я и так считаю.
монетки выносите. Рару пой. Выносите метки, ребят, танк прохил. Воздушная фаза. Рассосались около зеленого круга. Жужжу наберите. Первая глубь. Первая глубь. Вторая. Третья. Заглубы. Заглубы по отношению к центру. Прохилры. Нерву дайте. Щиты по всему рейду раскидай. Я раскиду, раскиду, пока да. Лужба. У нас белоки, походу, завис. Опа. Ничего тут спрохи. Не бегайте, вы слишком далеко с этой лупы. Я убрал бинт случайно с кнопочки, которая бабл сахара. Прохил танка, пожалуйста. Деги поднимите. До рулей, быстро. Воздушная фаза. Прохил рейд. Деги поднимите. Друли, джаз дует, поднимешь деги. Мне кажется, лучше упасть. Да, гимна. Ну, чистая залупа. Что с хилами? Я сдох по тупости, я умышленно не стал выходить из этой, ну, волны. Там так получалось просто. Все падаем. Может спекнуться, похилить, помочь? Подожди, у нас тут беда какая-то. У нас вопрос, кто хилы, плюс в чат, пожалуйста. Я сдох по тупости, убрал винт с кнопочки, которую нажимал. Она не нажимала. А это бабулу. Ну вот шаман Ю, что он делает? Ребята, какие сейчас... 5 минут? Что у тебя случилось? Ребят, какой бил? У нас был перерыв. Встаем, резаемся, бьем босс. Пойдите там. Дебильный шар, чтобы по очереди тыкать надо. Ребят, вы через хилбот воду хилите или вручную? Я просто вижу то, что, ну, как бы у нас люди на лоу хп бегают и умирают. Да ладно, ребята, это идти пора, я, наверное, не успею. Кто ты, скажи ник сразу. Вот. Окей, давай, удачки. Не, ну я честно скажу, что я вручную хилю. Щитки просто у тебя...